Поцелуй Лену. Не, ну нормально, поцелуй. Что ты целовать не умеешь? Поцелуй. Давай. Поцелуй. Ну, через соску? Вытащи соску. Нет, скажи. Ай, ты какая. Тома, а поцелуй Ляля. Ой, нельзя. Дай. Нельзя Ляля так. Тома, где Ляля? Где Ляля? Где Ляля? Заебись. Тома, а поцелуй Ляля. Ой, скажи привет всем. Скажи, у меня все хорошо. А скажи. Скажи, я счастливая старшая сестра, да? Похлопай в ладоши себе. Ты у нас молодец, да? Тома, умничка. Умничка, мама сказала. Где ням-ням? Сейчас будем ням-ням. А Лялю поцелуешь? Где Витюша? Нет? Ока, самая удобная вещь на свете, честно. И тут, и все. На ручки? Да? Да, ну залезай. Давай сама. Ну что, раз вы не против таких настоящих влогов, прошу любить и жаловать. Доброе утро. Начинаем день с кормления, с памперсов, со всяких процедур. Пупочек хлорфилип там сейчас мажу. Ну, в принципе, не нужно. Уже там все очень хорошо даже. Вот попку мажем. Обязательно сказали пока первое время мазать, чтобы не упустить момент, чтобы малыш не страдал. Да, он сегодня что-то из обеих грудей еще высосал и потом еще смесью шлифанул. И теперь вот у меня тут лежит, хочет уже, наверное, поспать. Собрала все подушки себе. То грудью кормлю, то молокоотсосом. Ну, все в порядке. В общем, он не голодает. Я думаю, надо весы привезти из нашей квартиры, чтобы смотреть, как он вес набирает. Вчера приходили к нам из поликлиники, из городской, ну, обычной. Вот, сказали, там какие-то документы нужно им. Нужно вообще заняться, наверное, этим делом. Но вроде все делают в МФЦ, я не знаю, надо мне с подругой своей поговорить, которая это все делала, я уже не помню. Но вроде сейчас даже свидетельство о рождении делают именно в МФЦ. Заказали вчера видеоняню, остановились на Мотороле. Интересная она такая, хорошая, что-то смотрела дешевые, но как-то они у меня не особо, знаете, не то что доверие, а я не знаю как бы многих фирм и думаю, что опасненько брать, ну вдруг там ломаться будет, потом никто это не будет возмещать. Ну, в общем, на Озоне нашли и заказали два альбома одинаковых для Вити и для Томы. Фотограф там знаменитый Анна, ну все знают ее, она такая знаменитая. Так, что еще вам рассказать? Сережа Тома в основном занимается. Тома, конечно, любит братика безумно, но когда она видит у него пустышку, это так, серьезная проблема, серьезные крики. Он срыгнул и спит теперь. Много срыгнулся? Не, воздух просто. Воздух отошел, ну все. Да. Вот, да, у нас теперь такие всегда, когда кормим. Ну, в общем, надо, чтобы срыгнул, все это вспоминаем. Вот. Спит периодически у меня на руках, ну, не то, что полноценный сон, но я наслаждаюсь каждым днем и решила, что я не буду, как бы, знаете, там, держать, не держать на руках. Ну, как бы с Томой тоже не было у меня ограничений в плане, вот, привыкнет к рукам, ну, это мой ребенок, почему нет? Я должна наслаждаться этим моментом. Вот. Тома у меня там зубы чистят. Это нормально, кстати. У нее ничего. У нее все замечательно. Это она сейчас характер показывает. Так что не переживайте. Ей все уделяют время, ее все любят. Да? Чего ты кричишь?
Да, и слез нет, да? И все нормально, в принципе. Иди сюда. Иди ко мне. Не буду, не хочу. Ну и ладно. Вот, расскажу вам попозже, как она отреагировала на него, как у нас прошла первая ночь. Так что оставайтесь со мной, если интересно. Кстати, вас уже 4000, это супер. Добро пожаловать на мой канал. Всем новым подписчикам добро пожаловать в нашу семью, YouTube-семью. Мы вам рады. И спасибо, что вы с нами. Ну и, конечно, все мои остальные подписчики, спасибо вам большое, что вы со мной. Канал растет, мне это приятно, наша с вами дружба растет. Стараюсь с вами со всеми как-то хоть немножко держать связь. Пусть даже это одно слово спасибо, но все равно стараюсь всегда всем что-то сказать. Ладно, будем делать дело. Расскажи, как у нас дела? Привет всем, да? Скажи, я старшая сестра. Улыбнись. Улыбнись, кудряха. Ты счастлива? Расскажи что-нибудь. Как ты разговаривать сейчас умеешь? Ты у нас болтушка, да? Ты с каждым днём все болтливее и болтливее. Скажи чего-нибудь. Да. Вот они идут. Не манит. Не манит. Да? Понимает. Теляля. Теляля. Куда теляля? Скажи, тихо, тихо. Тихо, тихо. Скажи, не бойся. Не бойся, не бойся. Тихо, тихо, не бойся, не бойся. Нет, нет, Том, это не тебе. Это Витя. Убери. Все. Мы все стерилизуем по 10 раз. Знаешь, да, куда это прикреплять? Ты маму любишь? Привет. Привет. Ну, конечно, истерики бывают. Бывают такие ситуации, когда она может, ну, просто, так скажем, не очень себя хорошо вести, создавать аварийные ситуации, опасные ситуации рядом с ним, прыгать, либо пытаться поиграть с ним. Конечно, нужен глаз да глаз. Это, ну, вообще это стресс большой. Порой мы тут трое, и мы не успеваем за ней просто вообще. Тома ураган. Но, тем не менее, все равно она его любит, конечно, она просто не понимает, как так, что он живой, что он чувствует, и мы пытаемся это объяснить. Не всегда это получается правильно, конечно, заканчивается слезами, но ничего, мы двигаемся и думаем, что скоро все будет хорошо. И если у вас есть советы по этому поводу, как защитить маленького ребенка от любвеобилия старшего ребенка, пишите комментарии. Мне будет интересно и полезно, так как я думаю, вы понимаете, что, ну, ребенок маленький, если она рядом с ним прыгнет, и не дай бог, там что, это может очень плохо все закончиться. Конечно, я скачу уже тоже. Ну, дела делаю, скачу, все нормально, шов не болит. Только если там прям что-то реально резко сделал, он дает, конечно, о себе знать, обрабатывать его уже не надо, ничего не надо. Нитки рассосались практически, ну там просто они остались такие, они отпадают, как кусочки обгорелого чего-то из-за марганцовки. Вот так. Ну и все, полноценная жизнь, нормально, как это. Ну, все хорошо. Давайте я покажу вам, что у меня в моем органайзере для малыша, который можно вот так с собой переносить. Тут всякие средства гигиены.
Танюша, спасибо тебе большое. Знаю, что ты смотришь. Я даже не видела никогда таких органайзеров, но он невероятно удобный. Просто берешь под ручку и с собой куда угодно несешь. Ну, по квартире, конечно. Во-первых, салфетки влажные, естественно. Памперс сенситив. Всегда их показываю. Памперс обычные самые нам в роддоме надарили. Еще с прошлого раза тоже оставались. Но я хочу их поменять на Муни, чтобы эти, ну, как бы не жалко. А Муни хочу использовать. Это все размеры Newborn. Еще у нас в торте из памперсов Мэрис. Маленькие Newborn. То есть их лучше использовать, я думаю. Поэтому поменяю скоро. Обязательно, конечно, крем Мустелла 1, 2, 3. Без него никуда. Очень его люблю. С цинком. Можете посмотреть видео про косметику Мустелла. Я там много говорю об этом. Так, присыпка на всякий случай. Johnson's Baby. Такой вот маленький формат из Америки, тоже удобно с собой брать, если что. Ну, пока не пользовались, пока не нужно. Обязательно ножнички маленькие Pigeon для новорожденных. Самые лучшие ножнички на свете. Если вы ищете такие, то обязательно... Если вы ищете удобные, я имею в виду, ножнички, которые не поранят малыша, вот просто это супер-супер вещь. Дальше водичка от газиков. Пока не пробовали, не нужна. А что у меня тут для пупочка? Хлорофилонг, хлорфилипт и все такое. Ну, я думаю, это все одно и то же. Ну, не в смысле думаю, а знаю, что это все одно и то же. Но разные производители по-разному называют перекисью. Пупок не обрабатываем, как сказала, уже не буду повторяться. Бёбхен крем вот такой маленький. Закончить хочу, надо его прям добить. Это из роддома. Так, Мирамистин для глазок, потому что появляется иногда, знаете, корочка такая, ну не корочка, а вот как слезинки там, да, кристаллизированные, то есть промывать хорошо. Вот такая вот щеточка Нук, это Томина была. Я, кстати, его еще не расчесываю, у него маленькие совсем волосики, нечего там расчесывать. И вот такие вот салфетки антисептические, если руки нет возможности помыть, можно ими. Так, и тут вот такие палочки, самые обычные, Babyline с ограничителями, 55 штук, как-то вот так. Пупочками обрабатываю, тоже удобно, ушки можно чистить, да, все что угодно, в принципе. Вот так, вот такой вот у нас органайзер, очень классный. Если увидите что-то подобное, обязательно обратите внимание, с ним катастрофически прям удобно ходить. Итак, что такое появление новорожденного в доме? Это значит, что мама очень хочет сходить в душ, отправляет папу гулять с дочкой. Папа гуляет с дочкой, малыш спит, мама может помыться, поесть и еще что-то сделать, пока бабушка тоже дома. Но мама идет в душ, намыливает себе голову самым, по-моему, плотным шампунем. Кстати, очень хорошим, я в пустых банках покажу. И он столько пены, и такое наслаждение, и все. И тут ты понимаешь, что твой ребенок кричит. И когда я вышла, у него в глазах прям читалось то, что мамочка, между нами, что было сейчас? Что это? Это был океан? Я боялся, что ты утонешь. Я боялся, что с тобой что-то случится. И да, в общем, быстро я так помылась. Ну, я все сделала, шов помыла, конечно, там все нормально. И да, вот такое вот чудо маленькое. С Томой так не было никогда. Она сама по себе там вообще в Мамару каталась. С Мамару мы что-то еще не собрали, но я чувствую, что надо. Сережа сейчас вернулся с Томой домой. Они там обедают. Я, естественно, еще не поела. Поэтому у меня здесь такой прям перекус, как бы вот как есть в кровати. Ну, зато маленький спит, у него все хорошо. Он пукает, это вообще круто, это вообще, если ваш ребенок пукает, вы счастливая мама, поверьте мне. И даже когда вашему ребенку будет 2 года, и он будет ходить в туалет без проблем, но это если были колики у вас, если вы с ними сталкивались, ой, вы будете прям в ладоши хлопать так же искренне, как ваши дети, когда они будут понимать, что они молодцы, что они растут, они сами ходят на горшок. Вот такое вот у меня сегодня настроение. Ну, как видите, со мной все хорошо.
ну, я иногда могу всплакнуть, когда на него смотрю. Это слезы счастья, естественно, это гормоны там, да, переполняют чувства. И Тома тоже очень милая, она, ну, подходит ко мне, конечно, мы с ней проводим тоже время вместе, не переживайте, с ней все хорошо. Она не обделена вниманием. Она, по-моему, у нас на районе попробовала все чупа-чупсы. Они как не идут гулять. Сережа ей все мудрёнее и мудрёнее. Что-то покупает, какие-то подарки, игрушки. Ну, чтобы она просто отвлеклась. Я не считаю, что это баловство. Вот. Главное, чтобы она чувствовала, что она, ну, любима. И понятно, что мы ее не покупаем, да. Это просто... так нужно. Сейчас Сережа молодец, он с ней гуляет, он мне помогает с маленьким, он ей занимается практически полностью, потому что я не могу ее поднимать, он ее и кормит, и готовит, и переодевает, и спать укладывает. То есть в этом проблем нет. Он в отпуске, конечно, и я считаю, что мужчины должны это делать абсолютно точно. Дети точно такие же дети мамы, как и папа. Папа должен участвовать в этом во всем, иначе зачем тогда такой папа нужен? Ну, это мои какие-то такие мысли. Ребенка сделать как бы легко, но нужно тоже понимать, что вот, допустим, я сижу сейчас, да, и если я его положу, он начнет плакать. Я не хочу, чтобы он плакал. Не думаю, что я приучу его к рукам, но даже если так, это как бы мои проблемы там, да. Я не думаю, что кого-то это будет очень сильно касаться. Нам пришла посылочка с Озона. Озон молодцы, кстати. Они очень быстро доставку делают. Вы можете ночью заказать. И да, давай тебе что-нибудь включим. Вы можете ночью заказать, и вам утром уже могут все доставить. У них курьеры, по-моему, вообще везде. Локация везде есть. Ну что, мы уснули как бы с Витюшей, потому что он себя не очень, наверное, хорошо чувствовал, поэтому я такая сонная, с мокрой головой еще уснула. То испачкали телефон мне. Чем? Не знаю. Ничего страшного. Давай посмотрим, что там, пока Витя спит, да? Вот. К нам приходила врач-педиатр из поликлиники, очень интересная женщина. Мы теперь про нее все знаем. Очень было приятно. Я так и не поняла мне, что делать с моими вопросами по поводу ребенка, но зато она будет делать бедра в госпитале Вишневского. Как-то да, весело очень. Наверное, поэтому я очень осторожно отношусь к врачам в поликлинике. Так, во-первых, вот книжечка для фотографий. Вообще классно. Анни Гидис. Вот, я забывала ее фамилию, сегодня вам рассказывала. Такая маленькая книжка, удобная, сюда все можно написать, самое важное. Я надеюсь, я буду помнить, как бы, что тут делать. Тут, ну, вот так вот заполняете, тут все ее картины, произведения искусства. Она фотограф, и тут, конечно, классно. Вообще, вот сюда можно приклеить бирочки, я вам в Инстаграм говорила. Спрашивала, где храните. Очень классно. Результаты УЗИ. И Вите мы тоже заказали, но в другой придет по ссылке. Видимо, нет пока в наличии. Фотографии тоже приклеивать, да? Смотри, это кто? Это кто? Ляля? Ляля, спасибо, блин. Спит Ляля, тихо, да? Красивая Ляля, да? Спит-то. Да. Тома чуть не уехала с педиатром домой к ней. У них любовь. Ты зря, забери книжку, наверное, лучше. Она сейчас не, ее... она смотрит просто. Ну и вот радионяня Моторола. Видеоняня. Ой, ну видео. Какая это модель? Это новая модель, которая у них. Более новая. Хотя старая стоила дороже, но на нее была скидка. Вы тут будете слышать, как Витюша кушает. А Сережа будет открывать. А я буду открывать, как в сурдопереводе, знаешь, типа там. Мои штаны. А ты будешь говорить, да? Да, какой это этот модель-то? Это видеоняня Моторола. Сейчас я скажу. Вот коробка. Она поворотная, очень много всяких функций. Но сейчас мы все расскажем. Это модель
MBP-43S, если латиницей. Да. Вот. Что у нас здесь по характеристикам? Цифровой детский видеомонитор. Ну, я думаю, никого не интересует режим передачи данных 2,4 ГГц, хотя он цифровой. Это очень важно, цифровой режим, потому что аналоговый режим перебивает различные другие устройства. Дисплей 3,5 дюйма. Можно на это, дистанционное масштабирование, угла-наклон камеры, двухсторонняя связь, микрофон, комнатная температура, инфракрасный ночной режим, 300 метров действия, громкость регулирует, подставка, свинтовые индикаторы уровня звука, 5 колыбельных. Ого, то есть здесь все очень, очень по сравнению с ней Агентовская оказалась вообще пустая, ни о чем. Просто... Мало того, что она пустая оказалась, так она еще там такое описание, что полное ощущение, что, знаете, ребят, это... вы купите, потому что мы Агент. Ну да. Вот так это выглядит внутри. О, ну она не маленькая камера такая. Глаз такой, блин, циклоп. Да, да, да. Давайте посмотрим, что у нас здесь имеется. Все понятно. Ставим вот пальчики вверх за такой четкий обзор от Сергея Федяева. Да, причем он не проплаченный обзор, поэтому, наверное, надо было закрыть. Не говорить, что это Моторола, сказать, что это вообще не Моторола. Да какая разница. Вот. В общем, вот такой у нас геймбой, скажем тут так. Много так всего. Звук, микрофон. Но здесь управление, я так понимаю, дистанционное, ну, да, плюс ко всему у нас имеется... Это тачскрин уже, да? Я так понимаю, что да, здесь имеется у нас. Ну да. Это здесь у нас подставочка для того, чтобы было удобно. Угу. Вот. 10 тысяч она стоила, кстати, кому интересно. Батареек в наличии нет. Ну, да, они там есть, наверное. Не, они, наверное, есть, но я имею в виду, в настоящий момент здесь пусто. Угу. Сам глаз. Да. Глаз такой большой же. Большой брат следит. Да, большой брат. Оба-на. А чё телефон звонит, Том? Давай посмотрим. Ой-ой-ой. Потом, давай поговорим. Ладно? Вот. Так, ну, глаз прилеплен, здесь я не буду, но он двигается. Здесь его хвост. Ну, там защита. Да, здесь его хвост. Также, видишь, поворачивается. Вот, вот такой глазик. Хвост тоже дистанционно. Да, я так понял. Ну, почему-то ножек с колесиками нету. Ай-яй-яй-яй-яй, Том, ну что ты мне шатаешь телефон? Ну, вот. Что дальше? Инструкция, которую никто из русских, из русскоязычных людей не читает. Три батарейки для того, чтобы вставить в наш этот геймбой с закрывашкой. Все так прямо похоже, вкусно. И два зарядных устройства, я так понимаю, для одного, другой для другого. А вот это зачем? Ну вот это вот портянка. Я не... На всех языках написали Ахтунг, короче. Вот. Папа нашел себе игрушку. Ну, на самом деле, очень классно. Пошевели глазом. Сейчас пошевелю. Подождите. Так двигается. А у Сережи сейчас улыбка такая была от ушей. А ты двигаешь? Нет, подожди. А, ну, а, из стороны в сторону тоже, да, все, то есть вверх-вниз. Прикольно. Ха, классно. Вот вам мониторчик, пожалуйста. То есть бесконечность так уходит, да? Да. Вот, очень интересно. О, прикольно, да. Действительно. Ну, будем пробовать. Ну, все просто, да? Ты абсолютно. Давай? 26 градусов Цельсия показывает он. Отключается, ну, я отключил звук, потому что иначе фанило бы просто-напросто. Ну, да. Очень простое управление, простое меню. Абсолютно. Все, все доступно, управляется. Микрофончик я стукнул. Можно даже запись, ну, да, видео производить. Круто. Как все выясняется. Ну, то есть, да. Покажи коробку еще раз, где она там. Запоминайте, кому интересно. Вот. Вот такая вот красавица. Да?
Прикольно, американский класный. Том. У нас столько чашек. Я все хочу кофе выпить, но никак не могу. Без кофеина. В комнате шторы зашторены, то есть там достаточно темно, и вот так вот видно кокон. То есть вообще, я довольна очень. Камерой хорошо видно, звук отличный, мелодии классные. Отличная покупка. Если ищете, обязательно покупайте. Мне кажется, вы тоже будете довольны. Все. Все, мы поели. Мы теперь счастливые дети и родители. И вообще все замечательно. Да, давай срыгнем. Будем с вами прощаться. Я люблю, когда он срыгивает. Так, такой рык. Мужик. Как в Питере пить, мужик. Маленький мой. Музычок. Спасибо, что были с нами. Несмотря на то, что мы проспали полдня, мы все равно что-то поснимали. Да. Так что не забывайте подписываться. Вы просто стремительно у меня растете. Я не успеваю даже заходить на канал, посмотреть, сколько у меня подписчиков. Мне очень приятно. Ставьте пальчики вверх, пишите комментарии. И скоро увидимся с вами вновь. Всем пока-пока. Ой.